сижу. Ну что, приехал тот наш полноприводный ВИН. Пока еще нет, Серёж, пока еще не полный привод. Мне предложили, кстати, с этого, Nissan, как он, Skyline, понял, задний мост, кардан за 5 рублей. С блокировкой. Я не знаю, вы опять же видите, он блокировка, но он из поставленных постоянный будет. Ну, круто. Да вообще, ему. Я всем сайтам будет на бизнес кинуться, блядь. Так, вот тут были мозги. Да, они теперь в салоне, там дворники. Мы это не снимали. Ну так, как-то он что-то странно. А что, и дворники работают? Ну, они пока на той стороне. Ну, они работают? Работают. Ну, они здесь работают. Работает все, кроме пилип. Что-то лишнее возвращается. А, вон, что, сигнал стоит. Ну, он не беги. Ну, ерунда. А в чем проблема? Ну, я пока не лазил. Тут еще немножко недоработан, но это ерунда. Да. Сейчас мы на скотч примотаем. На проволоку, Серега, на проволоку. О, тут собрались. Максим приехал, винговод. Мазда, винговод. Кирюха. Так. Вот у нас еще дядька. Девчонки тоже с нами, там вот, подруги. А где Настюк? В машине сидит, телефон никого там. Ну, видишь, какой шовчик. Вообще прикольно. Ну, почти как там. Подожди, а эту штуку почему ты варил? Да. Она же она же в сборе, по-моему. Да, я сначала хотел, понял, перекидывать так. Короче, когда снимал, мне нужно было добраться до внутренних этих, блядь. Он же не просто так по кругу сварит. Чтобы выследить здесь, нужно снять все здесь. Потом выследуешь там, все обратно одеваешь. А, то есть тебе пришлось заново вот это проварить. Да, вот эту часть заново пришлось проварить. Там она не одна часть, она там из нескольких, там много слоев. Клево. Вот она, БВС проводит. Вот он здесь был, блядь. А, да, теперь да. Теперь он видит, да. Такой даже. Ни хрена себе, а что там такой жгут, прям проводов туда идет, КБС.